Чего умораживаешь постоянно, а? Чего? Ничего. Не месяц май на улице сидеть. А, зубы забыла. Едем к зубному в Отрадный. 2 года назад Анна Михайловна проходила протезирование здоровья в клинике Рахимова. 3 недели назад зубы отвалились. В принципе, отвалились сами зубы. Импланты остались на месте стоять. Что радует. Ну как-то за такие деньги, как бы, может, гарантии может и побольше быть. Но, видимо, некачественный клей. Дубль 2. Расскажите нашим зрителям, Анна Михайловна, что это был? Вкусный масолик или некачественный клей? Это была очень вкусная конфета. Ириска. Не ешьте ириски. Все, Анна Михайловна у нас пошла. Пожелаем ей удачи. Ей сейчас надо ставить зубы, а один надо выдернуть. Беспокойный зубик. Решила все-таки она его удалить. Так что ждем. Итак, друзья, краткое резюме вечера. Просидел я порядка 2,5 часов, околел, замерз, но это стоило того. Анна Михайловна, вернувшись, разговаривать не могла, поскольку было вырвано аж 3 зуба вместо 1. Причем еще 1 зуб мудрости, который рос в бок. Итак, зубы приклеены на хороший суперклей. Место под протезирование готово. Будем ждать, как оно заживет. И уже начнем протезировать. Всем пока.